Уютные джазовые вечера, которые в течение двух месяцев проводил Исентай Сквер, подошли к концу. На прошлых выходных для зрителей выступали все самые знаменитые артисты. Среди них и Аленса Макенов. Давно, еще в классе 10, наверное, я захотел играть на саксофоне. Но мало того, что у меня сестра поет джаз, Диана Самыкен. Вот. И отец, он очень любит джаз, и с малых лет он нам всегда ставил пластинки. Ну, я думаю, что не любить джаз я просто не имел права. Развивать культуру джаза необходимо постоянно, уверен певец. Чем больше таких площадок будет в Алмате, ну, я думаю, что все согласятся, тем лучше. Это развивает, это интересно, приятно послушать вечерком, выйти на любимую алматушечку. Послушать хорошую музыку. Причем положительные эмоции подобные фестивали вызывают не только у слушателей. Этот фестиваль, он дает возможность музыкантам, тем, кто любит джаз, показать свое творчество, поиграть для людей, послушать. И людям это приятно. Стоит отметить, летний джаз-фест настолько пришелся по вкусу алматинцам, что событие уже планируют сделать ежегодным. Ну а пока организаторы обещают, без хорошей музыки южная столица точно не останется.